Профильная смена ориентира организована для ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Большинство подростков имеют проблемы с законом. Каждый десятый из неблагополучной семьи. Каждый день ребята узнают что-то новое. Занимаются спортом, учатся дисциплине, но самое главное – ищут себя в различных профессиях. В лагере уже побывали водители, спасатели и военные. Инструкторы по туризму учили подростков, как правильно вести себя в походе, как выживать в экстремальной ситуации. «Маршруты будущего» – так называется фестиваль, который с 2015 года проводит Управление Федеральной службы исполнения наказаний. В лагерь «Ориентир» сотрудники приехали впервые. Было известно, что в этой смене только мальчишки – 104 воспитанника. Поэтому именно для них были организованы различные интерактивные площадки – тайский бокс, импровизированный тир для стрельбы из пневматической винтовки. Мальчишки учились боевым приемам борьбы, воркауту, популярному сейчас уличному спорту, сборке и разборке автомата. Многие впервые узнали, что такое арт-терапия краски лета. Самым зрелищным мероприятием в программе стал футбольный матч между отрядами. Победители получили награды, а призы достались всем. Целью данного мероприятия является, во-первых, это профилактика совершения преступлений несовершеннолетними. Это помощь в адаптации и социализации подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. И мы очень надеемся, что это мероприятие не пройдет даром, что наши все труды будут вознаграждены, что ребята хорошо проведут время сегодня, и это останется надолго в их сердцах. И надеемся, что все у них в дальнейшем в жизни сложится хорошо, и они пойдут по хорошему жизненному пути. Гости, приезжающие сюда, а также воспитатели, психологи, вожатые полицейские, которые работают в лагере, помогают подросткам изменить свои привычки и поведение и стать более дисциплинированными. Изначально дети все-таки семейные, не привычны ни к какому режиму. Но вот за эти вот 10 дней, я считаю, то, что проведена вообще колоссальная работа с детьми. Сейчас у нас дети ходят строем, кричат различные кричалки, посещают все мероприятия. В общем, они активно участвуют в жизни нашего общества. Надеюсь, в будущем они станут полноправными членами нашего общества. Все мероприятия, которые проходят в лагере, точно соответствуют названию смены «Ориентир». Чем раньше ребенку помогут найти свой ориентир в жизни, тем успешнее сложится его будущее. Карина Дремина, Влад Шатилов. Время новостей.